Этот фестиваль уже будет проходить 8-й год. И тема этого фестиваля в этом году – исцеление поколений. И он будет проходить 31 мая, 1-2 июня. И фестиваль международный, потому что у нас есть всегда международные участники. Посвящен именно интермодальной терапии экспрессивными искусствами, когда мы в одном терапевтическом пространстве можем использовать различные виды искусств. Например, рисунок, танец, поэзию, музыку. Или звучание, музыкальный инструмент, и как эти виды искусств могут дополнять друг друга. Наш фестиваль очень необычный. Он начинается не с пленарных докладов и не с лекций, он начинается с совместного танца всех участников, всех, кто придет на наш фестиваль. Мы начинаем вместе танцевать, 100 человек, или двигаться, или что-то делать, какое-то совместное арт-действие. Мы называем это community art. И таким образом каждый участник чувствует себя частью на территории искусства, и как искусство проникает в его собственную жизнь, и может стать частью, движением ее, к тому, чтобы привнести искусство в жизнь и сделать свою жизнь искусством.